На набережной Всепайлова требуется обновление асфальта, там много ям. Одно из сообщений в программе говорит и показывает вся Уфа и один из самых трудных участков для движения. Тот случай, когда проезжая часть напоминает полосу препятствий. К дороге на улице набережной Всепайлова привыкнуть невозможно, говорят автовладельцы. Ну, машины же страдают из-за этого, ходовая разбивается, это все сейчас очень дорого. У меня у самого машина, и я знаю, что это такое. Вот. Весной вообще сейчас ямы вот эти все открылись. Как видите сами, яма на яме. Ремонта требует дорога уже давно. Дамбу не ремонтировали, по-моему, с начала ее основания. Особенно вот эту старую часть. То есть там вообще все ужасно. Ну, машины разбивают, ходовой разбивают. Ремонт сейчас дорого для автомобиля. Они сейчас все глубже и глубже будут, может, и шины повредить. После схода снега проблема усугублялась, но в этом году весна принесла долгожданные перемены к лучшему. Принято решение отремонтировать многострадальный участок. Мы как раз в этом году этот участок мы делаем по программе безопасности дороги. Получается, весь участок мы в этом году отремонтируем. То есть... Ну вот, 4,5 километра. Полностью все, да, новый полностью. Асфальт будет, да, по этой дороге. Хорошая, да, новость для наших телезрителей, которые как раз написали вопрос. Финансироваться ремонт будет из регионального и муниципального бюджетов. Подрядчик планирует проводить работы практически на всем протяжении улицы. От современников до маршала Жукова. Будет меняться асфальтобетонное покрытие, будет проводиться ремонт тротуаров, замена бортовых камней, нанесение горизонтальной дорожной разметки. Начало работ 20 мая этого года, окончание 18 сентября этого года. Администрация города будет контролировать качество ремонта и вести претензионную работу. Гарантия на верхний слой покрытия на 4 года, на люки на 3 года, на бортовые камни на 2, на разметку на основе термопластика на год. Зульфия Суйрголова, Марат Кашапов, вся Уфа.